Караганде разыграли Кубок города по кольцевым гонкам «Автомир Трофи 2013». В этот день любители экстремальной езды за полтора часа преодолели несколько десятков километров бездорожья. Среди участников оказались не только карагандинцы, но и гонщики из других городов Казахстана. Все подробности у Амины Смаковой. Рев десятков моторов, бешеный темп соревнований. Джиповка в Караганде собрала десятки любителей внедорожной езды со всей страны. Многие из них на автогонках не впервые. Как говорят любители экстрима, кто попробовал один раз, заболеет этим навсегда. Иван Дечиков один из таких. Уверен, что внедорожник способен на многое. Сегодня рассчитывает лишь на победу. Море адреналина и позитива. И в оконцовке вечером очень много усталости. Но на утро все равно очень хочется опять на трассу. В гонках по бездорожью самое главное – это два участника – пилот и штурман. В задачи штурмана входит следить за дорогой, подсказывать пилоту, как правильно дойти до финиша. Организаторы рассказывают, гонки проводятся уже третий раз. Автомобиль каждого участника проходит тщательную проверку. Во время заезда дежурят машины-спасатели. Подать заявку на участие мог любой желающий, даже внедорожник иметь не нужно. Главное – стремление к победе и внутренний драйв. Чтобы подготовить свой автомобиль к экстремальным гонкам, требуется около 15 тысяч долларов, рассказывают участники заезда. В эту сумму входит апгрейд внедорожника и проверка двигателя. Кстати, число победителей не будет ограничиваться одним человеком. Будет две категории. Первая категория – это туризм, то есть неподготовленные автомобили, диаметр колеса у них, шин, до 33. И потом вторая категория – это уже более боевая техника, подготовленные прототипы. И в каждой категории будет 3 места. То есть, соответственно, каждые 6 призеров получат свои призы. Толпа болельщиков ликует. Сюда пришли не только родственники и близкие автогонщиков, но и просто любители экстрима, которые хотят получить порцию адреналина. Я пришла поближе своего мужа. Мы с мужем вместе пришли посмотреть. Я пришел поболеть за Гену. Хороший знакомый. Вот за него приехали специально поболеть. Гонки по бездорожью – это тоже спорт, поэтому здесь тоже есть свои правила и запреты. Снимет шлем, расстегнет шлем во время заезда, этому человеку подходим и снимаем сразу с гонок. Без разговоров, без ничего. В регламенте это сейчас прописано. Ремень не пристегнут, да, ремень вылезли из болота, ремень одели, сели, поехали. Фары включенные. Если залило, потухли в воде, ничего страшного. Участники готовы рвать и метать, чтобы выбраться из болота первыми и забрать главные призы – бытовую технику. Амина Смакова, Габиден Курушбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.